За 5 дней ульяновские зрители увидели спектакли 10 лучших профессиональных драматических театров и театров юного зрителя. В Ульяновск съехались коллективы из Москвы, Севастополя, Мытищ, Кемерово, Барнаула, Южной Осетии и Болгарии. На итоговой пресс-конференции высказали свое мнение о фестивале именитые театральные критики. Он показал нам довольно интересную палитру, с одной стороны, с другой стороны, показал вот этот театр более свежий, более раскованный. С одной стороны, театры ушли от такой тюзятины, которую все пугают друг друга. А с другой стороны, он оставил и трогательность, и лиризм, и продемонстрировал необыкновенное мастерство актерское. Все гости отметили, что фестиваль был организован на высоком уровне. Бывает часто, что первый день кома, да, мы все такое видели. Здесь ни одного комочка нет. Это не дежурные слова. Организация этого фестиваля была просто на такой высоте, что диву даешься. Все были вовремя отвезены куда надо, накормлены, напоены. И все было очень четко организовано. Сами участники признались, что не просто посмотрели спектакли своих коллег, а обогатились информацией, заразились творческими идеями. Программа была отборная. Этот фестиваль прекрасен. Мы увозим массу замечательных впечатлений от работы своих коллег. А это всегда какое-то взаимообогащение творческое. Есть всегда желание что-то воровать у коллег, чтобы скрывать. Все театры получили диплом участника и символ первого международного театрального фестиваля, а также подарки от партнеров. Специальными дипломами экспертный совет отметил театр для детей и молодежи город Кемерово, спектакль «Что случилось с крокодилом» и артиста Ульяновского театра юного зрителя «Небольшой театр» Евгения Юманова за исполнение ролей в спектакле «Мама, папа, братья Гримм». Следующий международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи вместе состоится осенью 2021 года, после того, как завершится реконструкция небольшого театра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.